Я в свое время руководил самообороной Одессы, который в 2014 году мы поставили точку в мечте разбудовы русского мира в Одессе. Украина одна, нам никто не должен мешать, и мы никому не позволим управлять нашей страной, кроме тех, кого мы выбираем. Теробороны многие приходят, те, кто не совсем владеет воинскими специальностями. Но это плечо для ЗСУ, мы забираем у них часть работы. То есть мы занимаем охраной объектов, охраной территорий. ЗСУ наберет себе первый удар. Мы как бы вторая волна, которая принимает и защищает наши территории. Очень много добровольцев приходит. Мы не успеваем их собирать, сортировать и зачислять до лав теробороны. Очень много желающих, которые хотят здесь защищать свою страну. У нас у украинцев очень сильный дух, у нас очень сильная родословная, и мы знаем, что такое боронити нашу землю, и мы знаем, как ее захищать. И вони пошкодують, вони вже шкодують.